боец, семьянин, работяга и все. У тебя есть дети? Да, дочка. Сколько ей лет? 1 год и 3 вчера исполнилось. Дочка смотрит вообще твои бои? Да нет, она еще маленькая. Но ей нравится, как я делаю бой с тенью около зеркала. Ты вообще, как думаешь, она в будущем будет гордиться отцом? Ну, я надеюсь на это, то что да. А как жена относится к твоим боям? Нормально. Говорит, надо бросать работу и углубляться полностью в спорт с головой. Родители поддерживают тебя в спорте? Они не хотели, чтобы я занимался ММА. Я занимался с детства тэквондо. И потом, когда брат перешел в ММА с тэквондо, потянул меня туда же. Отец сказал, что ты оставайся в тэквондо, потому что там результат был хороший, на мире выступали и так далее. Но я все равно перешел и сидел наказанный дома, там по месяцу не ходил никуда на тренировки. Но потом вроде отец и мать свыклись уже. Есть ли у тебя кумир? На кого ты опираешься? На Конора самого. Ну вот как перешел в ММА. Конор, наверное, это мой идеал. Старый Конор, сразу уточню. Брат из-за него пошел в ММА. Потом он показал мне эти бои, мне они понравились. Мне нравится, как он разговаривает, мне нравится его мышление, стиль ведения боя полностью. А трэш-ток тоже нравится? Конечно, это главное, что в нем нравится. Твой любимый прием Кушира Маваши, верно? Да. Почему именно он? С братом на соревнованиях по тэквондо. Ну, мы были в разных весовых категориях, в одной весовой категории, но в разных возрастных категориях. И у нас была возрастная категория 12-14 лет. И брат на протяжении там 3 лет дрался с одним и тем же пацаном, в финале ему проигрывал. И я ему все время говорил, то, что ну, я бы его выиграл вообще без каких-либо усилий. И я вышел в 12 лет, 12-14 как раз весовая, мне было 12, брату 14, мы в одном весе. И я выхожу против первый же бой против пацана, которому брат всегда проигрывал. И он на 13 секунде вырубает меня с Кушира. И поэтому его удар для тебя? И поэтому, да, я потом начал тренировать этот удар и начал его бить. Как ты думаешь, до скольки лет ты будешь в смешанных единоборствах? Да пока пру, можно драться. Пояс чемпиона важен для тебя или просто приятный бонус? Не важен вообще. Я бы хотел пояс BMF. Какой-нибудь такой отдельный пояс, который не зависит вообще от рейтингов. Пояс гангстера? Да. Это то нормальная тема. Ты гангстер, получается? Ну, получается так. Ты играешь в мафию в боях? Ну, можно сказать, я издеваюсь в боях над соперниками. У тебя прозвище Маугли. Ты сам это придумал или тебя так кто-то прозвал? Да, не, я сам придумал. Почему Маугли? Почему тебе это в голову пришло? Да ну четко звучит же. У меня клуб «Волки» называется. Ну, типа, воспитан волками. Ну, получается, ты Маугли среди волков? На районе такой, да, я Маугли среди волков. Неужели Самара — это действительно джунгли? Самара — это город отморозков. Там много отбитых ребят. Просто, не просто тебе было там расти? На моем районе не просто мне было расти. Самара, в принципе, город хороший. Там, где я живу, на окраине, там... Надо было доказывать то, что кто-то есть. Расскажи самую яркую драку, вот, которую запомнил. Самая яркая драка — это район на район. Наверное, да, мегзавод против 15 микрорайонов. К нам приехали погулять с 15 микрорайона пацаны с нашими девчонками. И так закусились с ними. И потом поехали разбираться на их район. И все, и понеслась драка в их дворе. Нормальная драка была, нам понравилась. Тебе прилетело там? Да мне никогда на улице не прилетало практически. Почему? Ты же вроде бы часто дрался. Часто дрался, но мало пропускал. На улице мне больше везет, чем в спорте. Или ты стоял сзади всех, ждал, пока все зарубятся? Я всегда в эпицентре событий. С пьяными дураками не получается найти общий язык, и приходится мутузить их. Применял ли ты когда-нибудь свой любимый прием в клубе? Нет, обычно все заканчивается с первого леща. Ну, никогда не доходит до полноценной драки, чтобы кто-то там что-то рыпнулся, шлепнул, упал. Ушел, все. Отключал ли когда-нибудь кого-нибудь в клубе? Ну, первое время, когда мы устроились туда работать с пацанами, не хотелось бить никого, потому что, ну, заявление могли написать. И просто переводил, душил, засыпали и спокойно уходил, вытаскивали.
выкидывали в снег и уходили обратно в клуб. А потом уже все закончилось, это душение, и приходится вырубать. Удивительная рубка. Жестких не было практически никаких. Удивление было, когда парень во время драки достал капу, одел ее в зубы и такой: «А теперь поехали». Мы поугарали, и он также упал с леща, кстати. Мне пострелили в охране ногу. Ну, произошел какой-то закус, достали и начали стрелять с травмата. Боишься ли ты оружия? И вот когда человек достал пистолет и начал в тебя стрелять, какие у тебя были мысли? Я бил его друга. У меня не было мыслей, и я... Ты даже не заметил это, в принципе, чего бояться? Идешь, ну, выстрел, все. А когда увидел пулю в ноге, что подумал? Подумал то, что меня стреляли с Олей. Правда ли, что ты, как Джон Рэмбо, сам себе вытаскивал пулю? Да, я пытался ее выдавить и думал то, что я ее выдавил, но оказывается, не повезло, не фартануло. 10 дней проходил с пулей, и потом нащупал ее внутри, пытался опять сам же выдавить, ничего не получилось, и пришлось ехать к знакомому хирургу, чтобы он мне резал ногу. Какой самый яркий момент в клубе из боев ты запомнил? Стрельбу? Да нет, я люблю, когда дерутся девушки. Я же танцую. Танцуешь? Да, но я теперь новый метод вычислил. Когда кто-то дерется, я подхожу, танцую, разбавляю, это все начинают угорать, и драка перестает быть дракой. Как ты думаешь, если бы ты изначально знал этот метод, ты бы с самого начала его применил? Да нет, иногда надо рубить. Говорил ли ты когда-нибудь фразы «Я не готовился, у меня старые травмы, я вышел на короткое уведомление после того, как проигрывал»? Да, потому что я никогда не готовлюсь под соперника. Это неинтересно вычислять там его какие-то там хорошие качества. Он же такой же человек. Ты говоришь, что ты гангстер и хочешь драться за пояс БМФ, что в переводе пояс гангстера. А расскажи какую-нибудь историю, которая опишет тебя как человека, который достоин драться за этот пояс. Да ну раньше ставили на бабки пацанов за все что угодно. Неправильно посмотрел, неправильно ходишь, ты неправильно дышишь. И у каждого был свой лох на районе. Фарт, ты сам это понимаешь, осознаешь, или же все-таки ты слишком много пашешь и ты это заслужил? Нет, мне много фартит. Много, да, фартит. Очень достаточно много фартит. Я практически вообще не тренируюсь, это тяжелая для меня тема на данный момент. А, смотри, после мира ты бросил вызов одному казаху. Покажу, как надо. Казах, готовь морду, он ее тебе рассекет нормально. Просто он вышел не настроенный, и тебе повезло. Бороться каждый дурак умеет, надо рубиться. Сунтуло проиграл одному казаху, я сказал то, что Сунтуло его выиграет. И потом, да, у меня развалился директ Казахстана, они преданные фанаты. Ну, в ближайший год я бы, да, бомбил по ПММА, потому что там мало бойцов, а больше кувырнов. Всех бы шлепал по очереди, и так на них бы и рос. Часто видели, что в углу у тебя секунданты, это ребята с Кавказа. Почему с ними тусуешься постоянно? Мой тренер, он мне не только тренер, близкий друг, брат, Айхан. И самый близкий друг на данный момент Умар. Ну, менталитет у меня ближе к ним, наверное, воспитан так. У меня отец русский, но родом с Узбекистана. Родился там, прожил до 18 лет и приехал обратно. У него менталитет не русский. А у тебя сейчас есть целая минута для того, чтобы обратиться к своим будущим соперникам и ребятам из Попа Мама. Что вообще хочешь им сказать? Парни, цирк уехал, клоуны остались. Поэтому качайте челюсть по методике Тайсона Фьюри. Маугли в деле.